плохо. Но когда у России формируется образ страны, где снова просыпается принадлежность, ты... вот это плохо. А в чем? И я говорю о том, давай, что... Давай по фактам, в чем плохо? И я говорю, это о том, что миллионы людей, десятки тысяч, сотни тысяч россиян покидают страну и уже без возвратных. Ты про Лешера не договорил мне. Это один из примеров. Многие айтишники уехали из этого. Многие граждане нашей страны покинули страну. Ровно с того, что начинается история с доносами вновь. Давай еще. В чем плохо? Ну, музыкант, по-моему, смеет право говорить все, что хочет. Его привлекли к ответственности административной за экстремизм, за распространение экстремистской информации об отделении части России от территории нашей страны. Он выплатил штраф. Но там не было призыва... Какие ограничения? Он выплатил штраф денежный. Кстати, Алишер тоже денежный штраф. Там не было призыва к отделению. Слушайте песню, пожалуйста. А при чем тут мы? Причем вы? Ну вы же попали в отделение. Получили обращение от граждан, которые нам написали бдительно. Мы направили их обращение, этих граждан, в полицию. Полиция провела проверку, передала материалы в суд. Суд в рамках судебной процедуры провел психолого-лингвистическую экспертизу, как это всегда бывает. Кстати, в уважаемом учреждении, таком как Казанский госуниверситет. И экспертиза, очевидно, обнаружила признаки экстремистской информации, поэтому было такое судебное решение, и человек получил штраф, заплатил денежку. Конституцию России читал? Я так раз таки читал, и до поправки, и после поправки. Не-не-не. Читали ли ее вы? Читал ли слово, А ты читал Конституцию России в части прав граждан? Да, у меня есть право на свободу слова. А у меня есть право обратиться в любой орган власти, как у каждого сидящего здесь в зале, если я вижу нарушение закона. Ты хочешь меня лишить этого права? Я не хочу вас лишать права, я лишь спрашиваю, это дебаты. Мы как раз пытаемся вывести позицию, понимаете? Вот что сразу за агрессию мою сторону? Я не понимаю. Типично так, как коллеги подпасывают так. Стан!